Ну что, дегустация новых вкусняшек? Конфетти, супер! Сколько потом убирать? О боже мой, пожалуйста, пусть он будет целый. А я его положила в карман, и он расстегнулся. А еще, ребята, обязательно смотрите это видео до конца, потому что будет розыгрыш на, внимание, 9 призовых мест. И не пропустите такую возможность выиграть себе подарочек на Новый год. Всем привет, меня зовут Марина, и вы на канале Дневник Коноблогера. Сегодня у нас уже, наверное, как по традиции, ежегодная распаковка Хорсбокса от магазина Хорсбокс Любимка. Это уже, наверное, третий год подряд, когда я распаковываю в преддверии Нового года Хорсбоксы. И вам эти видео очень нравятся, поэтому надеюсь, вы ждали его в этом году. Пришла мне, кстати, посылка за 9 дней, кому было интересно. Ник магазина, который мне заказывала в Инстаграме, я оставляю вот здесь. Ну и что, я думаю, не будем тянуть, давайте будем распаковывать. И весит данная посылочка 5 килограмм. Ну что, поехали! Пока я распаковываю, хотела бы вам рассказать про вот этот магазин, с которого мне пришла эта посылка. У них есть боксы разной ценовой категории, от 1500, и все виды боксов, что в них входит, какая цена и так далее, можно посмотреть у них в группе, в отделе товары, либо в Инстаграме в актуальных. Все закреплено, и очень удобно, можно посмотреть. Это как пленка айфона распакована. Подостоим. Естественно, все боксы изготавливаются под заказ. Нужного размера, цвета, все вот эти предпочтения спрашиваются перед тем, как составлять бокс. И каждый раз я говорю те цвета, амуниции которой у меня еще не было, чтобы было бы как-то, ну, интереснее, чтобы пополнять свою коллекцию, так сказать. Вот. А срок изготовления боксов зависит от размера бокса. Гифт-бокс изготавливается от 1 до 5 дней, а остальные от 7 до 15 рабочих дней. Так что, если вы хотите заказать Хорсбокс, чтобы он успел прийти к Новому году, то заказывайте заранее, так как в этом году отправляют только Почтой России. Тем временем я открыла. Ура! О! Сейчас у меня опять все будет. Вся комната в конфетти. У-ля-ля. Ну, я вам покажу, ладно, содержимое, потому что здесь так, лампа, аккуратно. Вот так выглядит содержимое. Как вы уже могли понять, по цветам я предпочла черный с белым, ну, таким серебристым. Ну, давайте, наверное, посмотрим сначала более мелкие вещи, которые здесь. О, что я первое вижу. Такой сундучок, хотя он не шумит, как будто она пустая. Ладно, давайте лучше откроем, что себе терзать с сомнениями всякими. А, она пустая. Это просто контейнер. Я просто думала, что здесь какие-нибудь, я не знаю, вкусняшки. Сюда можно класть какую-нибудь еду, когда в конюшню идешь. Но я, наверное, буду использовать ее под вкусняшки для лошади. Кстати, если они здесь придут, то вот как раз можно будет сюда складывать. Опа, опа. Что я вижу? Как раз-таки вкусняшки. Ну, вроде здесь что-то есть. Угощение для лошадей с натуральными добавками. В прошлом году и позапрошлом присылали вкусняшки в таких типа гранулах, но их почему-то не все лошади, кстати, ели, ну, на прошлых конюшнях. Розовый тоже как-то не очень ел, поэтому я их не особо использовала, но я их оставила в конюшне и их как бы скормили лошадкам, которые ели это. Вот, и сейчас мне интересно, какие здесь пришли, как бы они поменялись или такие же остались, потому что упаковка другая. О май гад, это выглядит как это называется, сладкие палочки, или как они называются. Вот я думаю, вот это вот можно будет сейчас съесть, попробовать самому. Прям как раз буду сюда, в этот контейнер пересыпать, потому что в крафтовой бумаге это не особо удобно хранить. Ну что, дегустация новых вкусняшек, я их не особо-то и часто как дегустирую. Давайте попробуем. На вкус как ПП
сахарные палочки. Нормально, это повкуснее, чем в прошлый раз. Я надеюсь, это можно есть. Неплохо, я думаю, такие вкусняшки будут есть наши лошадки. Лошади 2022 календарь. Я вот, кстати, недавно задумалась, что да, нет календарика, уже закончился прошлый, заканчивается этот месяц, собственно. И вы представляете, 2022 год. Кошмар. Вот, и подогнали мне вот новый календарик с разными изображениями лошадок. Вот. Я на самом деле уже стала пользоваться календариком. Если раньше этого не делала, то сейчас как бы уже начала. Календарик имеется. Отлично. Можно жить дальше. Тут еще вот такая вот картонка с типа расписания. Ну, правда, я в школе не учусь, как бы. Журнал про конный спорт. Жух-жух-жух-жух. Ну ладно, ладно, тут на меня уже очень всеми глазами смотрит сам комплект, который мне пришел. О, вау! Какая красота! Вот такой бальтрап. Черный, с белой атласной широкой полосой. По мне такой очень прикольно смотрится. Я давно хотела черный бальтрап. У меня такого цвета вообще амуниции нет, кроме черного недоустка. О, класс, у них тоже появился логотип на вальтрапах, любимка, и сделано с любовью. Такая двойная окантовка здесь у вальтрапа. Здесь также есть в комплекте нагавки. Недавно они начали делать еще и нагавки, вот такие вот они огромные. Вот, они просто из меха. Вот это лапища у лошадей. На липучках такие вот. Очень будет интересно посмотреть, как это будет все выглядеть в комплекте. Нагавки, как вы заметили, белые сами, а мех у них черный. Конечно же, к комплекту ушки. Так, ушки. Ой, блин, они такие миленькие. Мне кажется, большевато, конечно. Ну, посмотрим, надо все мерить. Я просто давно не была в конюшне, уже забыла, какого размера лошади. Вот. И еще одна новиночка. Это колокольчики. И, если честно, ребят, у меня не было ни разу для лошади колокольчик. В общем, это надевается ниже нагавок, на копыта практически лошади, грубо говоря. Тоже служит как защита. Типа, если задней ногой лошадь поддевается у передней. Вот так вот они выглядят. Все в комплект. Боже мой, я так хочу это скорее все примерить. Так, вот идет нагавочка, и потом такой вот, ой, колокольчик такой, хоп. Ну, красота, красота. Это еще, конечно же, не все. Дальше идут такие небольшие тоже сюрпризики. Ну, во-первых, могу отметить, это, как всегда, много сладостей, вкусностей. Здесь есть еще вот такая большая коробочка. Помню, как в прошлом или позапрошлом году я все время типа гадала, что ж там могло прийти. И обычно там приходили часы. Поэтому мне кажется, в этот раз тоже типа часы, наверное. Конфетти, супер. Сколько потом убирать? Да, я угадала. Вот такие часы с лошадкой. Серый, рыжий и вороной. Ой, еще кое-что было к комплекту. О, черный мех полностью на уздечку. Какой крутой комплект получается. Это просто нечто. Так, дальше здесь у нас уже осталось немножечко по мелочи. Кружевные патчи для глаз. С единорогом. Дальше здесь еще одна штучка для ухода. Это маска. Тоже с лошадкой вот такая вот. Вот такие вот конфетки, ластики. Ой, чуть-чуть не заметила. Бальзам для губ с единорогом. Самая вот эта сейчас нужная вещь, чтобы не обветрить свои супергубки. Тут наклеечки, как всегда, вот такие вот с лошадочками. Открыточка для тебя, которую можно там, не знаю, кому-то тоже подарить, подписать как-нибудь. Тоже еще наклеечки. Много наклеечек. И почему я сказала «О», потому что здесь пришел чехол на паспорт, обложка, точнее, на паспорт. Смотрите, какая красота. И еще что я здесь вижу, это блокнотик. Блокнотик с единорогами. Очень необычная разлиновка страниц. Типа здесь в точечку, а вот здесь в линеечку и написано «Список для дел». Классный блокнотик. Что-нибудь записывать сюда. Так, ну и что? И все, в принципе. Остальное здесь остались просто вкусняшки разные, которые все вниз спустились. Собственно, вот такой вот
классный хостбокс мне пришел в этом году. Очень мне понравился этот комплект и то, что добавились новые вещички, такие как нагавки, кобуры или колокольчики. И цвета такого, которого у меня не было ранее. Я думаю, что я вставлю в это видео примерку этого комплекта, я очень надеюсь. Поеду как раз-таки на днях и засниму, чтобы сразу показать, как смотрится на лошади. Также я хочу сказать, что всю амуницию, которая попадается в таких боксах, ее также можно заказать по отдельности, либо же также комплектом. Изготавливается любых размеров по вашим индивидуальным меркам. Ну, точнее, не вашим, а как бы лошади. Есть большая палитра цветов. Можно выбрать отдельно даже цвет окантовки. Сам материал для байтрапов разный есть. Такой как габардин, кожзам, бархат, голограмма и так далее. В общем, заходите в альбом, заходите в инстаграм магазина Хостбокс Любимка и смотрите, там весь ассортимент есть. А еще самое крутое, что у этого магазина действуют постоянные скидки, какие-то акции, подарки и так далее. И, конечно же, сладкие подарочки в каждом боксе. Кстати, смотрите, что я только что заметила. Еще вот такой браслетик красный. И прикольный браслетик, кстати, как новогодний. Вот мне бы он сейчас подошел очень под свитерок. Блин, тут среди вкусняшек не заметила. Еще карандаш тут есть. С единорогом, естественно. А еще, что хотела подметить. Магазин Хостбокс Любимка очень рады сотрудничать с конными клубами, с коневладельцами, у которых много лошадей. Для них у них есть отдельный свой прайс-цен. По поводу этого пишите администратору либо ВКонтакте, либо в Инстаграм. Ну еще, конечно же, куда же без промокода. По промокоду зима 2022 будет действовать скидка 5% на все товары. Это вам такой небольшой бонус. И так как я впервые имею дело с меховыми нагавками, получилось так, что я одела их, походу, неправильно. Во-первых, нужно было где 3 липучки на задние, а где 2 липучки на передние, и застегнуть так, чтобы вот эти липучки были с внешней стороны ноги. В общем, вот картинка, вот так вот правильно. Но, как мне сказали, многие одевают и так же, как я. Из-за того, что они меховые, они не несут никакого вреда и неудобства лошади, даже если их неправильно одевать. Ну вот вам на заметочку, если уже не знали. Так, я без понятия, снимала ли у меня GoPro, но она у меня, как всегда, схватила инсульт зимний и, наверное, отключилась. Смотрите, какое небо прекрасное. Мы пришли на наш любимый заснеженный берег, который, конечно же, весь в снегу. Так вот, мы в новом комплекте шагаем. Там еще нагавочки. Задние нагавочки сползли. Мы их поднимали. Наверное, просто затянуло плохо. Ух ты, как тут снежно. Главное, нам в этом снегу не просохать наши колокольчики. Будет очень классно. Такая красота. Индия, Венера и Даслинг. Лепота. Ой, у меня еще и GoPro как-то криво лежит. Короче, понятно. Ничего, наверное, не заснилось мне. Да, все, меня Ира предлагает пофоткать. Всем до связи. Хотели снять этот рысь, но как-то лошадь здесь не очень висит. Здесь снега вот как бы много. А, колокольчики вроде на месте. Такая красотень. Ирина. Чуть не упал.
О боже мой, пожалуйста, пусть он будет целый. А я его положила в карман, и это... И он расстегнулся. Так, так, так. Ух. Неубиваемый. Класс. Вот, ребят, выкупаем айфоны. Хорошая вещь. Чего он не ломается никогда? Ну я прям, я еду, прям вижу, он здесь вот под капотом Индии. Вообще. Просто прикинь, Индия, я пошлю. Прикинь, реально. И нет у тебя телефона. Жесть. Это я поскупилась, сюда не засунула, а засунула сюда. О. И все. В общем, шли мы по огромным сугробам, и ногавки нормально держались. И только сейчас они спустились вот до такого уровня. Я не знаю, я вроде затягиваю нормально. Довольно туго, не знаю, что они сползают. Как бы здесь все отлично. Здесь и колокольчики, все держится. Скакали прям по сугробам, прям вообще. Но держится. Конечно же, кто досмотрел до конца, тот молодец, потому что сейчас я расскажу вам про розыгрыш. Во-первых, самое приятное — призы. Первые три призовых места — это гифтбокс. Вот здесь я оставлю картинку, что в него входит. Следующие три призовые места — ушки. Цвет и размер можно будет выбрать из наличия. И еще следующие три призовых места — это угощухи. Вот такой вот мешочек вкусностей для вас и вашей лошади. А вкус угощух можно будет выбрать также из наличия. Условия, как всегда, простые. Розыгрыш будет проводиться в Инстаграме, поэтому все условия, дабы не затягивать это видео, я оставлю в описании, либо также под отдельным постом в Инстаграм. Я надеюсь, вы рады такому, можно сказать, масштабному конкурсу, потому что будет всего 9 призовых мест. Это очень круто, не как обычно по одному. И вы же понимаете, что Horsebox — это отличный подарок не только на Новый год, но и на Рождество. Поэтому, если не успеваете заказать на Новый год, то, я думаю, успеваете заказать на Рождество. И, в принципе, на любой другой праздник, потому что приходит не только как бы амуниция, да, но еще это заодно все круто украшено, и какие-то дополнительные интересные вещички с единорогами, очень даже в тему, с лошадками разными, и приятные мелочи. Ну что, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам этот бокс. Смотрите мои прошлогодние распаковки, если вы впервые на моем канале. Здесь я вам оставлю плейлист. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Все ссылочки и условия розыгрыша я оставлю в описании. И с вами была Марина. Всем пока-пока.